И опять Гутик пытается ноги включить. Он первый на шайбе. Ух ты! Атака, да, залетела туда! 2-2! Елисеев. Нет, ну надо Гутика, конечно, отметить. Как он доборолся, да. Просто я вот так смотрел на него вообще предыдущие матчи. Он очень хороший игрок. Но у меня вот, например, сомнение его катания вызывало. Но в данном случае он просто с ногами пропер там, передачу отдал. Ну, что касается Елисеева, тут все понятно. Ну, это да, такой финишер, конечно, да. Классный.